Дорогие друзья, меня зовут Николай Микуха-Макай, я двоюродный праправнук тому самому Николаю Николаевичу Микуха-Макаю, который когда-то отправился в опасное путешествие на остров Новая Гвинея. Вот несколько лет назад с Российской Академией Наук я возглавил одну из экспедиций, которая дошла до острова Новая Гвинея и пошла по следам Микуха-Макая. Мы собрали большую коллекцию, и помимо коллекции собрали огромное количество материала. И выяснилось, что Россию помнят и любят. И мы сделали проект «Россия-Океания». 19-21 века, который рассказывает об истории связи между Россией и Папуа Новой Гвинеей, начиная от первого путешествия Крузенштерна, советских экспедиций, экспедиции Микуха-Макая и наших современных экспедиций, которые мы в 19 году, 2017-2019 году сделали. Добро пожаловать на этот проект. И в рамках домашнего часа, я думаю, вам будет интересно узнать об уникальных путешествиях и об этом уникальном регионе.